Всем привет! Мы вернулись после очень долгого отсутствия. Да. У нас не было один день. Мы спали весь день. Весь вчера депрессняки ловили. Можно и так сказать. Не, на самом деле, потому что мы хотели поехать в город, а автобусы вчера вообще как-то по дебильному какому-то расписанию ходили. Вообще ходили ли они, мы не знаем. Вот. И дедушка вчера что-то плохо себя чувствовал. И мы пришли домой утром, легли спать и проснулись где-то часов 5 вечера. И, в общем, да, мы как зомби ходили. Ну, в общем, первое число. Даже вот не важно, там, пили вы, не пили, первое число, оно всегда такое у всех. Да. А сейчас мы идем в Лаконьяду. На шопинг. Да, это торговый центр здесь. Идем на шопинг. Да. Нужно купить Димке чемодан большой, огромный, чтобы туда поместились все наши вещи, чтобы переехать в другую страну. Вот. И еще ему нужна курточка зимняя, потому что я себе это уже нашла. Я молодец. Я себе тоже нашла. А ты нет. А я нет, а я не искал просто. Я сегодня буду искать и тоже найду еще быстрее, чем ты. Катя свою курточку искала, наверное, недели 3, если не больше. Так и есть. Потому что тяжело в Барселоне найти зимние вещи. Когда у них нет зимы, такой, как у нас. Но здесь тоже нет зимы. Но здесь тоже будет тяжело найти, так что я не уверена, что ты купишь зиму. Ну, чемодан, по крайней мере, мы купим. Сейчас будем выбирать шмотки. И чемоданы. Чемоданы.
Да, ты как Драсти в этом платье вообще. Она прикольная, но она не на меня, она большая. Пошли мерить. Пошли. Такие прикольные примеры с такими рисунками. Но это рисунки по дереву, я так понимаю. Даже не обои. Класс. Большие штаны. Кофточка прикольная, мне нравится. Да, мне нравится. Да, я буду молчать. Мы берем мне эту футболку, а Катя вон такой. Долго еще будет заплетаться? Если бы не делать хвост, то я верила в платье, но нам не сердится. Тут еще целая линейка для тела. Очень, кстати, прикольно пахнет. Такой боди-спрей, я уже говорил, да. Ой, это классно пахнет, классно это. Бесценный. А, вот. 2 за 20 или 1 за 13. Дорого? Да. Купили. Но курточку не купили. Курточки здесь вообще нет. Если есть какие-то, то они либо не теплые, либо просто ужасные. Да. Так нравится шопинг, что я ей предложил положить все вещи в портфель и выкинуть в пакеты. Она категорически запретила это делать, потому что ей нравится вот ходить с пакетами шопинга. Ну я не против, в общем, был. Мы пришли домой и мы купили чемодан. Смотрите, сейчас покажу, какой чемодан мы купили. Так, вот. Весит он 3 килограмма. Вот. Мы хотели купить пластиковые, но пластиковые весят от 4 килограмм, такие большие. Поэтому мы решили, что мы не хотим переплачивать за вес. И купили такой. Он тоже достаточно прочный. Ух ты! Это я открыла его побольше в руки. Так, а сейчас открою его. Вот. Так, тут наши покупки. Смотрите, ну как во всех чемоданах, тут такая штучка есть. Потом здесь еще, я сама первый раз это открываю. Потом здесь какая-то сеточка, которая держит вот здесь вещи. Наверное, здесь можно обувь положить, и будет удобно. Так. Теперь тут еще вверху отдел. Ой, нет, это не отдел. Нет, вот, да, тут он расширяется, и вверху еще есть отдел. Который вот такой. Вот такой вот отдел. И в общем-то все. Колесики хорошие, ездит он вот так, вот так, вот так. И купили мы его за 80 евро.
сейчас уже будем ложиться спать. А Катя козявка. Да, у меня горло болит. Я же говорю, козявка. Интересно, как ты заболела? Почему? Никто же не болеет в твоем окружении. Да. Я даже не знаю, где я подхватила эту заразу. Вообще непонятно. Поэтому мы будем ложиться спать. Всем пока. Всем до завтра. Не болейте. Никогда. Я завтра буду нормально себя чувствовать. Это я просто притворяюсь. На камеру просто играю. Все, всем пока. Пока.